Я сейчас курю так же 5 лунок. Где? От берега. Где мы были? От берега, да. Начинаю. Потише. И иду в глубину. А я параллельно. Да мне-то палатку вон это. В общем, я какая палатка? Я буду в палатке сидеть, вы как хотите. Слышал, что пришли. Почему? Приехал просто поддержать. А что значит не соперник? Какой соперник? Там уже вон ящик с водкой. Все-таки спортивная составляющая должна быть первоочередной. Я имею в виду, как это, боксеры побились, а после обнялись и все, и уже вот она дружба. Как в любой детской драке. Помахались, дурь сбили, а потом обнялись. Слышь, ай да нахер. Все, помирились, нормально. Слили негатив, оставили его там. Я сейчас на клевом шансоне. Отлично. Этого надо было, что ты написал на Orange Fishing 2 поста. Нет, еще 2 напишу. Это кто-то всегда равно проиграет. И чтобы не было обидно, обязательно в матч реванш должен быть. В марте или куда-то. В реванш. Уже побрили. Здорово, Вася. Как она? Тоже пришло. Я о чем говорил? С выставленной глубиной. Ну, вот вообще сука. Делайте. Ну, берем, смотал, представил. Даже перебегать, смотал. Вот. Могу не прикрыл. Да по-моему. Возьми. Ну что, мужики, как рыбалка? Да ладно, жара. На улице слабо. Я ж писал, трудовая здесь, очень даже. Хороший рыбу выбуриватель за льда. Что у тебя, что ты говоришь, Вася? Я говорю, наши уловы детские против ваших. Их у нас ловят за ореху, а у вас для соревнований. У вас спортивный, он не домой. Кому пожрать, да, кому победить. Мы на соревнования, а мы жрать хотим. Ну как? Плохо. Я на ножу. Ладно, плохо. Короче, только натыкали. Я думаю, сниму это на концу. Никого не снимаю, а у меня тут Вася, больше. Ну, запас. Кило 135. Я что-то обогнал. Кило 35. Перезвели. Ничего не является. Так, значит, по итогам взвешивания. А, да, кстати, участники были ровные у всех. Один человек со стороны клуба Улов 56, и один человек ровно с Orient. И вот по итогам всего взвешивания получилось у нас Orient Fishing поймал 8 килограммов 365 граммов. Улов 56. Больше всех было выловлено 5 килограмм 6 грамм рыбы. Где он? А общий вес 16 килограмм. Два раза разогнули! Поздравляем, поздравляем! Идем на соревнования 15 февраля к Леву Шансону. Здесь, прямо на этом месте. Вот тогда будет классно. Кого есть подозрение, что было под... Да как без подозрений? Слушай, ну... Ты же, Виктор, вначале возле нас закурился. Да, потом прошел так, потом вернулся вдоль берега, потом ушел туда. И меня спрашивают, где ты кого поймал? Я говорю, да я хрен ее знаю, где еще поймал. Надо все-таки было больше радиусные бегатины сделать. Ага. А я что-то... Сначала у тебя пошло. Я, да, я думаю, прям сейчас все нормально, зацепился.
Лен, бери пельмени. Ты последние полтора часа, конечно, все испортили. Как отшептали, прям вот выключилось. Все. Интернет хороший. Для этого обязательно. Значит, хочешь скажу, почему отшептали? Вот до 12 где-то минут, до 15 первого один цвет работал. А потом заработал другой цвет мормочек. Слышь, ты говоришь, цвет не влияет. Влияет, и очень как влияет. Вот даже сейчас пробовал. Ставлю обычную свою, ну, ловлю. Смотри. Не берет. Другую мормышку, другую цвет достаю. С другим цветом. Форма одинаковая. Берет. Я зеленый вот сейчас поставил. Ну да, красных хвостов навязал.